На уже полюбившейся сочинцам и гостям курорта площадки у самого моря развернулась целая экспозиция. Ее назвали «Сочи – город мастеров». Небольшая выставка – это достижение местных умельцев. На одной площадке выставлены необычные вещицы, сделанные своими руками. Их авторы – уже настоящие профессионалы в своем деле. Мастера работают в разных техниках. Это художники, портретисты, керамисты, гончары, мастера по дереву, плетению бисером, вязанию и другие умельцы. Цель выставки – продажи – дать возможность местным мастерам показать свое творчество. В городе действительно очень много людей, творческих, художников, людей, которые ремесленников, которые своими руками изготавливают самую разную сувенирную продукцию и тем самым прославляют город Сочи. Всего в выставке приняли участие 50 сочинских мастеров. С их творчеством можно познакомиться на площади у Южного мола. Выставка будет работать сегодня и завтра с 10 утра до 6 вечера. Подобную выставку планируют развернуть на курорте и во время празднования Дня города.